арестанты, арестанты по этапу направлялись, но мы сегодня отпускаем их домой, домой. Отпускаем домой. Дед готовится тебя парадом радовать каждый год, и похуй на каждого пятого. За наши налоги, суки, выпускают пар. Империя меценатов, понтов, бодяжников, стариков, свала картина на контраст Феррари. Ёбаная стыдоба. Вот и боится власть оппозиционного рэпа о политике. Стоит послушать трачок другой, ебать. Я уже на митинге. Ваш вызов верхушке для них не тревожный звоночек, но чувство будто, если вдруг вам ответят на том конце провода, страхи бросите трубку. Кто так грустит за народ и родину? Обычно все бывает раньше всех. Подкинуть тембом автопром дороги. В России можно 10, даже снег. Интересно, пиздец. Но если так болит, что даже тащите на батл. Может, стоило парни создать таки партию, а не команду. Ты говоришь, Россию поднимем с колен. Смеется во весь голос, тут и на агент. Вы привыкли скулить, гавкать только о плохой жизни. Но плачьте, не плачьте, ведь гражданская ваша позиция, блядь, позиция по собачьей. Арестанты, узники в своей голове. Стенки черепушек, как и списанные. Но если нужно разобраться, как не просто жить в стране, помогут эти рэперы по вызову. Из-за чего влад арестанта по фене лопают. Теперь не по маске бродяга, я знаю, кому судьи как, но это жалость. Как пил я общак, как у деда Хасана. Непонятно, это же не тексты в атак. Не попытки без рукава в тектоник. Вы бы почитали друг друга в этом бреде. Нет панчи, но мне все равно нужен декодер. Как мне суров, простым пацанам этот гэнгста воля. Приласкает, потом обманет, пошепел, что упал в котел с негром с тех пор. Тащит команду в своем воровском кармане. Ты не разбился, ты только разъелся свои 40 лет. Думал, что вышел в люди, но ты остался с этим негром в котле. Они так снова любимчики судей. Сказали, как один, все нам нужно бояться. Послушал частушки и ужаснулся. Это же даже тот мечем песни банда. Не ищите ничего нового, ваша команда. Вас нет самокопания и нет самоедства. Вы настолько никчемные, как музыканты. Совсем никакущие, как оппоненты. Как будто в рэп-грузе и Губовищем играли. И каждый раунд сектор репрезент на барабане. Хотели угадать слово, но у них не дух. Кроме буквы я, они больше не знали. Все ваши песни про себя любимых. Стелят ровно, проседает в стилях. Сделать нас пусть просто как нехуй, но этих лохов в котле. Скажите нам как. Это как же долго бить молоко, и по итогу все равно есть хлеб без масла. О них устройте себя пабликенами, когда ваш предел это паблик пацанский. Вам оппоненты так нелепо поддавались. Над этим смеяться уже сиума их нет. В вашей команде, кстати, есть 6 вакансий. Потому что вы в ней 6 пустых мест. И нас не остановит чепуха на битах. ЕГБ хип-хоп это Наум Блик. ЕГБ хип-хоп это Витя АК. Это все что угодно, но только не вы. Говорите, что вы на высоте. Разве? Ведь это мы подняли вас на смех. Ваш переигранный дикий пацанский флекс. Ваш путь от бесконечных репрезентов. Беззубой критики власти. Тушим по-пионерски. И ваш огонь глаза гаснет. Гаснет, гаснет.